Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас очередная такая вот одна посылочка с AliExpress. Сейчас вместе с вами ее распакуем, посмотрим, что же у нас там пришло внутри. Будем распаковывать ее такими вот ножничками тоже с AliExpress. Вот, смотрите, там есть видео в описании. Сейчас я здесь так аккуратненько откроем. Ну, что у нас там должны быть... Да, у нас вот такие вот подставочки кухонные, не подставочки, как бы скатерти кухонные. Ссылочка на них будет в описании, можете перейти, посмотреть. Вот такие вот у нас. Тут их должно быть 8, есть, ну или 6, я не помню точно. Ну, два вида. Вот, да, есть два вида. Есть одна зелененькая, одна красненькая. Таких вот два вида у нас салфеток. Сейчас здесь посмотрим, как у нас их открыть. А, да, вот с этой стороны открывается. Не забываем пользоваться кэшбэком Летиков, которым я пользуюсь. Ссылочка в описании. Вот. Соберем шуршащую. Так, ну что ж, можно сказать, в принципе, это у нас такие вот подставочки под посуду, можно под горячий пошел. Ткань, ну, такая вот очень плотная, просвещается. Вот на вид вот такая вот с полосочкой. Очень довольно-таки классное качество, нигде ничего не сотается. Оно какое-то такое вот, можно сказать, какой-то плотный, типа пластик, что-то такое вот. Можно будет в ссылочке посмотреть, почитать описание, перейти по ссылочке. Так, 4 таких. И 4 у нас вот таких вот скатерти. Не скатерти, а подложки, как они там идут. Подложки под столовые там всякие приборы. Запаха у нас нету. Вот. Такие вот отличные у нас подложечки. Ну, ссылочка, как всегда, в описании. Стоимость будет в конце видео на фотографии. Переходим, заказываем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Такие вот у нас здесь, ну, довольно-таки прикольные, классненькие скатерти. Так что 4 таких и 4 таких. Стоимость их, по-моему, одного комплекта 7 баксов, если не ошибаюсь, может дешевле. Вот. Ну, такие вот прикольные. Освещается, прикольные подставочки под столовый прибор. Главное, что нету никаких запахов. Всем пока, до новых встреч.